1 июля 2017 года будет изменен порядок назначения базовой пенсии. Она будет назначаться при достижении пенсионного возраста и в зависимости от стажа участия в пенсионной системе. А с 1 января 2018 года предусмотрено введение нового компонента, который будет формироваться за счет обязательных взносов работодателя в размере 5% от доходов работников. Изменения коснутся и сотрудников силовых структур. Соответствующие поправки в закон о пенсионном обеспечении уже направлены на подпись главе государства. Сегодня сенаторы одобрили документ в двух чтениях. Теперь, значит, граждане Казахстана пенсию будут получать из трех источников. Государственная базовая пенсия, и работодатели 5% отчисления, и сам работник 10% отчисления. В целом, размеры пенсии не должны быть ниже 40% от заработной платы, которую сегодня человек получает.